Не ценят друзей, не ценят родных, близких, не ценят тех, кто готов любую минуту их поддержать, не ценят тех, кто искренне с ними и тех, кто действительно очень сильно любит. Однажды все эти люди научатся относиться к тебе так же, как ты относишься к им. Они перестанут звонить, писать, и в какой-то момент они просто уйдут. В твоей жизни будут новые люди. Кто-то будет уходить, кто-то будет приходить. Такова жизнь. Люди приходят и уходят, и лишь немногие остаются в ней навсегда. Одно я знаю точно. Людям, которым ты когда-то причинил боль, вряд ли вернуться. Или даже если вернуться, то уже не смогут быть такими же, как были прежде. Не будет этих искренних разговоров до утра, не будет понимания с полуслова. То, что когда-то сгорело, зажечь вновь просто невозможно. К человеку все возвращается бумерангом. Однажды, потеряв кого-то в своей жизни, которому человеку, скорее всего, которому вы причинили много боли, вы уже не сможете возвратить. Вы будете скучать по нему, вскоре вы поймете, что вы действительно любили этого человека, но уже будет слишком поздно. Человека уже не вернуть, потому что попросту он больше не ваш.